На этих кадрах видно, как неизвестный мужчина славянской внешности заходит в заведение с большим ножом в руках и направляется в сторону других гостей. Через некоторое время последние его избивают. А вот камера с другого ракурса показывает, что мужчина, зайдя в заведение, наносит удары ножом прямо по голове одному из гостей, из-за чего и на него набросились все остальные. К слову, данное заведение расположено на улице Кулиева. Не секрет, что именно в округе этой улицы нередко регистрируются факты правонарушений, а теперь и особо тяжкие преступления. Как рассказал охранник заведения, который пожелал не представляться, заведение после инцидента не работает, хозяев нет. Задержанного и свидетелей после инцидента привезли в Ленинский РОВД. В Главном управлении внутренних дел столицы нам рассказали, что по данному факту проводится расследование. В ходе расследования стало известно, что в одном из кафе гражданин ЗЕ в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и нормы общественного проведения, вступил в совместную перепалку с гражданином Р. Улу Р. 94-го года рождения, в результате которой ЗЕ беспричинно нанес колото-резанные раны в область головы. В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. По данному факту следственной службой УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по статье 28.97 «Попытка убийства» Уголовного кодекса Кыргызской республики. Подозреваемый водворен в ВВС УВД города Бишкек. Расследование продолжается. Подробную информацию о данном преступлении, также обо всех других правонарушениях в столице за неделю вы можете увидеть в программе «Нью-ТВ под руль» в грядущую неделю. Дастан Касканов и Тынштык Кульбаев. Нью-ТВ.